В Екатеринбургском гарнизонном военном суде сегодня вынесли меру пресечения сотруднику ФСБ, который обвиняется в жестоком убийстве жены и четырехмесячной дочери. Александр Игнатьев проведет в следственном изоляторе 2 месяца. Подозреваемый ждал вердикта в течение всего дня. Александр Игнатьев признался в двойном убийстве, пояснив, что пойти на преступление его заставил, цитирую, «вирус, внедренный в вычислительное устройство». Конец цитаты. В суд майора доставили из больницы, куда он попал в критическом состоянии после попытки самоубийства. Сегодня Игнатьев впервые рассказал свою версию случившегося. Считаю себя выполнившим долг перед Родиной. Я действовал бескорыстно, по воле сердца и интуитивно. Так, как наказывали нам деды, отцы, так, как должны жить мы и будем жить по веки веков. Александра Игнатьева, напомню, задержали утром 21 октября в Екатеринбурге в собственной квартире на улице Токарей. По версии военной прокуратуры, мужчина зарезал жену и четырехмесячного ребенка, после чего вонзил нож себе в челюсть. В живых осталась его старшая дочь, которая сейчас находится у родственников. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Добавлю, в пресс-службе регионального ФСБ нам сообщили, что сегодня Игнатьев отстранен от службы.